И всем привет, меня зовут Александр, это Ласпай Цивилизация. И сегодня мы будем, наверное, устанавливать комбайн. Энергия на нуле, дерево на исходе. А вот деревья рубить нужно. Ну, тут два варианта, либо будем рубить вручную, либо все-таки комбайн заработает так, как я этого хочу. Сейчас немного зарядится батарейка, совсем малость, и мы ее будем переносить куда-нибудь в более укромное место для подзарядки. Сейчас ее поставим заряжаться полностью и будем уже думать, что да как да где. Так, ну попробуем здесь это поставить. Так, ему нужно подключить электричество, поставить сундук, цистерну поставить, чтобы жидкость из него, так сказать, выходила жидкость из него. О, здесь тоже что-то, везде все раскидано, уголечек. Так, мне нужен сундук. Дальше мне нужна труба. А, труба у меня уже в руке. Улучшитель тоже попрет. Ну, топорики возьму на всякий случай. На тот случай, если мне нужно будет. Все-таки. Так, вот так сделаем. Вот так. Колючек поставим. Трубу поставим. Комбайн поставили. Батарейка заряжается. Цистерна. Точно. Цистерна, цистерна, вот они обычные цистерны. 8 тысяч, 32 тысячи. Ну-ка, здесь у нас инваровый слиток и приносной бак обычный. Ага, здесь вот так вот. Понятно. Здесь уже закаленное стекло идет. Так, хорошо. Так, мне нужно стекло. Стекло, стекло, стекло. Я его убрал. Не здесь. О, вот оно. Паша, говорю, мне нужна лопата и куча песка. Пошел копать песок. Видите, фермочка растет вовсю. Я сначала думал фермой заняться. Потом думаю, ну что, она и так вполне нормально растет. Добывается все. Поэтому как бы решил пока что фермочку не трогать. Вот, поэтому как бы решил, все-таки дерево мне сейчас на данном этапе самое нужное. Ой, ё-моё. Оп. Пока что так. Так, выбраться сможем. И пока что... я голодный. Я думаю, чё ж я так не допрыгнул. О, и сильно у меня проблема. Так. Так, так, так. У меня там есть гнилое мясо. Вот оно нам. Вот его-то мы и пережарим сейчас здесь. Уголек сразу скинем. Это у нас... Вот так вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Так вот. И на пережарочку. Пока покушаем. Вот. Трубы есть. Цистерну сейчас сделаем. Для этого нам нужен медь, стекло. Медь. Инвар у нас есть. Никель. Куда я весь инвар потратил? Неужто все на топоры ушло? Ну да ладно. Инвар у нас получается... Два железа и один никель. Хорошо. Это 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 к 5. Чем 15. Ну, нам пока что хватит.
жарьте инвар. Так. Дальше мы получаем медь 3. Сделаю сразу побольше, ну так, на всякий случай, а вдруг в жизни пригодится. Так, 3. Угу. Ну, будет 3. Ой, хорошо, что они стакаются, я забыл про эту баг с этим верстаком. Так, ой-ой, так, ну и пока что так, пока что хватит, так. Ну и хватит, и впрямь хватит, так. Вот так вот это усилено на 32 тысячи, та-та-та-та, батарейку рядом поставлю, сундук. А, сундук я уже взял. Вперед, вперед, вперед. Так. Ставим сундук. Ставим цистерну. О! Ой, ё-моё. Так. О. Так и осталась энергия, которую... Так. Ну... Но дерево, он срубил дерево. Что дальше? Ага, все-таки он рубит деревья. Это хорошо. Ага. Он рубит деревья. И листву. Ух, как шумно. В общем, все прекрасно. Засаживаем поля и пускай себе растут и срубаются. Вот только садиться они не будут. Точно. Чтобы садиться, нам нужно, чтобы садить все эти предметы. Древе. Что-то я вообще не о том. Нам надо. Так, Майнфар. Нам надо сеятель. Вот сейчас мы сеятель-то и будем делать. Так. Все. Эксперимент удался. И даже дерево нарубили. Вполне неплохая идея по зачистке. Так, сейчас тогда дорубим пенечки, которые остались у нас. Потому что он, получается, шесток своего уровня рубит. Вот, и, ну, рыболов-то так и стоит без дела. Доберусь до него. Батарейку пока поставлю на место. Энергия закончилась. Хорошо, так. Это. Что еще лишнее? Вот. Дуба там много нарубили, это хорошо. Он еще великие дубы, можно так их назвать, будет рубить. Это хорошо. Так. В общем, суть в чем? Суть в том, что надо сеятель делать. Для сеятеля нужны два поршня, рамка механизма, медные шестерни и цветочный горшок. Кирпичи у меня есть, благо я для печки доставал их. О, перешарилось. Так. Поставим все на пережарочку. И... Продолжим.
горшочек. Поршни — это два железа. Мне нужно два железа. Два железа. Так. Доски. 4. 8 досок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И редстоун у меня есть в руках. Так, так, раз, два, ой. Чё это я так? Ой, блин, вот надо же было так попутать с точностью наоборот. Ой, мне булыжник нужен. Надо же было так, прям с точностью наоборот. Вот это надо. Вот это надо. Вот это и вот это. Два поршня. Дальше. Насесеитель. Вот он. Рамка для механизма. Лавяная шестерня. Это нужно медь и олово. Лавяный слиток. 100, 3, 4. И медь осталось. Стекло, стекло, стекло. Куда я стекло скинул? Сюда. Я вот что, все использовал, что ли? Да не может быть. Так, ну хорошо. Так, лишнее скидываем. Точно, я же эти делал. Песок. Песочек на пережарку сразу. Ух, категорично не хватает одной печки. Ну ладно. Печку мы сделать успеем всегда. Так, дальше нам... Нужна сеятель, рамка, 4 железа. Это 4. Давай, 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 быстрее делайся. Так, все готово. И отправляю на пережарку. Так, теперь делаем, ставим шестерню, стекло, железо, готова рамка, получаем два поршня. Рановато, мне нужен золотой слиток. Ой, да что ж такое. И медные шестерни нужны. Оп. Так, теперь золото. Редстоун. Получили. Две медные шестерни. Два поршня. Одна рамка. И горшок. И ничего не получилось. Я уж думаю, я их все выложил. А вот и наш сеятель. Так, ну с сеятелем все легко и просто. Ставим, он сам работает. Надеюсь, на деревья садить сможет. Тест. Площадка. Нет, неправильно. Так. Дальше. Прокапываемся вглубь. Так, лишнее скопал. Так, дальше нам нужен сундук.
Вот так вот. Теперь здесь у нас, ну, апгрейд ставим. Где красная, где розовая? Так, саженцы нужны. Саженцы. Будем делать вот этих вот там. Так, теперь... Ну да, по сути, что? Саженцы. И где вот этих розовеньких, то есть получается сзади. Так, и электричество. Ну, конечно же, электричество. Я забыл ее снять. Так. Ага, не подается электричество. Хорошо. Ну да, я всегда же этим краем ставил. Теперь подается электричество, но тебе что-то не хватает. Сейчас мы пытаемся узнать, чего тебе не хватает. Ну ладно, потом тогда разберемся, что да, когда, где. Почему-то не захотело это работать все у меня. Надо будет посмотреть, почитать, что за дела. Так, где у меня здесь уголь? Уголь, уголь, уголь. Ну, я походу весь положил. Ой, ё-моё. Так, а время-то подходит к концу, я опять ничего не сделал. Так, ну ладно, к следующей серии я подготовлю, пожалуй, абсолютно все, то есть уже сделаю готовую ферму, чтобы она работала. Я покажу, как она будет функционировать, то есть и постараюсь уже на основе вот этого всего сделать нормальную ферму, которая будет добывать нам лес и перерабатывать, соответственно, в уголь. Вот, а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, и до новых встреч. Всем пока!